этой собачкой. Это метис немецкой овчарки и малинуа. С игрушкой движение рядом. Вот. Сегодня правые, левые повороты сделаем акцент. Тут у нас вот люди такие, видите, стекла какие. Пришли тут, бутылок набили, идиоты. Просто он прали об кирпич, били, твари. Так, работаем с мячом. Вот, полностью переключаю ее на мяч. Работаем с поводком, с мячом. Блин. Рядом. Сюда. Выходя на поле, разгрузите собаку, задайте ей состояние, поиграйте с ней хорошо. Блин. Вот. Не выходите с молодой собакой сразу на поле и что-то начинаете от нее требовать. Вот, падла. Вот такую мотивацию создали этой собачке. Вот. Она попала, еще раз напомню, уже во взрослом состоянии в дрессировку к нам. Приехала второй раз. Дай. Мотивация хорошая, собачка сразу не отпустит. Поэтому форсировать не нужно. Меняем на лакомство. Ули. Оп. Оп. Рядом. Хорошо. Следим за тем, чтобы собака досаживалась. Рядом. Хорошо. Отлично. 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 Ули. Вот, левые повороты. На поворотах советую немножко приостанавливаться. Вот, поначалу. Вот, чтобы собака то есть следила за вашими действиями. Вот, это когда вы переходите уже к поворотам, к разворотам. Когда подаете команду на отпуск, тянуть мяч не надо, это самое главное. Ули! Оп. Оп. Рядом. Супер. Отлично. Рядом. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, ай. Вот это да! Вот это да! Вот это да! Блин. Вот тут собачка, было видно, правые повороты и чуть-чуть отвлекается. То есть немножко для нее новое, левое мы уже работаем немножечко некоторое время. Вот, а к правым вот собака. То есть для собаки это разное действие. Нельзя, не надо думать, что собаку научили рядом, она будет делать вам сразу и повороты, и развороты, и все на свете. Всему нужно учить. И запомните, движение рядом, самая главная команда. У меня на канале 12 видео, и это еще не охвачена тема там полностью, далеко не полностью. Вот, по движению рядом. Вот, пожалуйста. Смотрите, работайте с собаками в свое удовольствие. Да? Все, скажи до свидания.